современной российской науки. Лауреаты Нобелевской премии компании Redex, вероятно, последний раз появляются в рамках телешопинга, потому что прямо сейчас уходят уже на государственные заказы. Почему, как полюбился этот прибор нашим телезрителям, да и всем россиянам, рассказывает эксперт от бренда Redex, врач-терапевт, врач-рефлексотерапевт, которая написала очень много научных статей, Екатерина Бугрова. Катя, в чем дело? Почему финальное появление на телеканале? Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, действительно, буквально 3 недели назад мы получили заявку от Министерства торговли и промышленности Российской Федерации, в которой был запрос на импортозамещение, поскольку этот продукт полностью создается на территории России. Это действительно российская инновация и разработка, имеет пожизненную гарантию. И на сегодняшний день мы уже заключили договора на ближайшие полгода. Все линии будут заняты на обеспечении заказов, которые пойдут на военные госпитали и в реабилитационные детские центры. И сейчас очень сильно активизировалась Республика Беларусь, потому что там тоже есть определенные проблемы, и там тоже нуждается в импортозамещении. На сегодняшний день все эти линии будут заняты. Катя, почему государственный заказ? В чем секрет? Почему именно Redex востребован сейчас на рынке? Ну, вы знаете, во-первых, конечно, это пожизненная гарантия. Это очень важно. Во-вторых, это огромная и достаточно серьезная клиническая база. Все-таки лаборатория Redex и компания Redex существует уже 32 года. И на этот гаджет, неважно, где вы его приобрели, неважно, за какую цену вы его приобрели, вы получаете пожизненную гарантию, что, естественно, безумно важно и в военном госпитале, да, и в реабилитационном центре детском. Ну и, конечно, это скорая помощь на дому, потому что без таблеток, без уколов, без блокад вы реально снимаете любой болевой синдром в спине, в животе, в ногах, и при этом вы получаете истинное удовольствие и наслаждение. И вот тот результат, который вы увидите, если у вас защемление, например, невралгии, да, такое бывает, когда боль возникает в грудном отделе, кажется, что болит сердце, на самом деле это межреберная невралгия. Лежак доктора Redex без обезболивающих снимает этот болевой синдром. Вдовий горб, соляной столб, рассасывается вдовий горб, соляной столб. Если у вас поднимается артериальное давление или головные боли часто возникают, без таблеток вы можете реально за один сеанс снять приступ головной боли и головные боли напряжения. Очень часто бывают проблемы именно в поясничной зоне. Ну, понятно, что здесь чаще всего грыжи, протрузии, радикулит, обострение остеохондроза, защемление седалищного нерва. Во всех этих случаях без блокад, задумайтесь, вам не нужно сейчас бежать и скупать дорогостоящие обезболивающие или дорогостоящие препараты и уколы, которые вам будут делать инъекции. Это реально работает за счет и благодаря законам физики. Как за счет того, работает, что когда мы с вами встаем или ложимся на лежак доктора Redex и начинаем перекачиваться с одной ноги на другую, за счет этого замыкается электрическая цепь, и вы превращаетесь в источник энергии. То есть ваш организм без проводов и без батареек начинает сам вырабатывать. Вот видите, вверх-вниз мы видим эту линию, которая идет. Так. Это и есть те самые природные токи, который возникает только тогда, когда вы именно перешагиваете на лежаке. Если вы будете ровно стоять, то никакого физического смысла в этом не будет. Нужно обязательно перешагивать, и это очень важно, то, что это абсолютно безопасно. Посмотрите, я беру шарик, в который залита вода, надавливаю на 2788 иголочек, но за счет того, что здесь идеальная эргономика, это высококачественная медицинская сталь, это угол наклона 45 градусов, это абсолютно безопасно, неважно, сколько вы весите, например, 90 килограмм или 150 килограмм, даже 200 килограмм, поверьте, вы не травмируете и не поранитесь. Если у вас болит спина вследствие грыж, протрузии, остеохондроза, остеоартроза, перелома шейки бедра, компрессионного перелома позвоночника, если защемление седалищного нерва, если приступ радикулита, если грыжи, любая эта боль вплоть до подагры действительно снимается благодаря законам физики, за счет того, что вы ложитесь или встаете на лежак доктора Redex, и это доказано научно. Но и не забывайте, если у вас системные нарушения, такие как сахарный диабет, такие как ишемическая болезнь сердца, прыгает артериальное давление, я в этом эфире вам расскажу лайфхаки, как нужно снизить артериальное давление. Я хочу еще раз подтвердить и напомнить вам, что это финальное появление в рамках телешопинга. Вы представьте только, что тот востребованный товар, который всегда пользовался спросом, появляется в последний раз в рамках телешопинга здесь. Поэтому прямо сейчас успевайте дозвониться
говорится, цену сдерживаем, потому что цена, которая идет на госзаказы, еще выше, чем ту, которую мы представляем вам сейчас. При этом, заказывая лежак доктора Редекс по цене, которая действует только сегодня, 2999 рублей, вы получаете еще подарок, это биотренажер для рук. Его вы получаете абсолютно бесплатно. Еще одно выгодное предложение, это сразу два лежака Редекса мини-колючих, которые вы можете забрать прямо сейчас не за 6 тысяч, а за 4 999 рублей с бесплатной доставкой. И это пожизненная гарантия. Успевайте, делайте первые заказы прямо сейчас и делайте свои заказы. Я бы хотела, правда, спросить, вот сейчас, вот если по статистике мы посмотрим, россияне скупают обезболивающие таблетки в миллионы раз больше рублей, чем это было в прошлом сезоне. То есть сейчас какой-то ажиотаж, скупается все абсолютно. Но так ли действуют таблетки обезболивающие? На самом деле ты права, это еще связано с тем, что люди пытаются запастись, потому что нам предвещают дефицит этих лекарственных препаратов, в связи с чем Министерство торговли и промышленности Российской Федерации нам и сделало этот запрос на импортозамещение, потому что наш продукт за счет того, что здесь вырабатываются электрические витамины, реально снимает без таблеток болевой синдром. И вы сейчас видите не случайно живот, потому что если у вас возникает обострение гастрита, обострение панкреатита, если вы страдаете ленивым кишечником, когда не можете нормализовать стул и вынуждены пить слабительные, потому что часто возникают запоры, или, например, элементарно, то, что со мной часто происходит, я могу весь день не есть, вечером меня осенило, что я весь день ничего не кушала, потому что просто даже времени было, я кушаю, и как бы ты ни покушал на ночь, это все равно тяжело, и ощущение этой тяжести, ощущение вздутия метеоризма, из-за этого мы не можем уснуть. Лежак доктора Редекс буквально за 10-15 минут снимает приступ боли и действительно нормализует перистальтику кишечника. Еще один момент, вы знаете, у нас сейчас в руках та партия, ты, Катя, об этом не сказала, которая должна была быть отправлена во Францию, потому что во Франции открыли новое использование доктора Редекс. И эту партию, которую сейчас мы представляем в эфире, она должна была отправиться во Францию, потому что именно там открыли такое свойство, как реабилитация после коронавирусной инфекции. Но так как эта партия во Францию не ушла, она у нас в руках. То есть сегодня уникальная возможность забрать ее для себя. Цена действует только сегодня. Подарок при заказе. Двойной набор не 6, а 4 999 рублей с бесплатной доставкой. Дозвонитесь прямо сейчас. Успейте, это финальное появление.